и не стал. Всем привет, когда так снимаете, пишет камера от Realme 9i. При тучах не ждите чуда в качестве из Full HD стабилизации. Естественно же, вот нет, с таким процессором, знаете, чудо ждать, то вот не стоит. Давайте глянем, что по фокусу. Но с противным интересом, ну, кстати, вот здесь все, я считаю, что окей. А если рука есть, убираем. Ау, есть, убираем. Всем привет, ребята, так снимайте, пишите. Realme 9i в плохих условиях. Я уже в Тиньку, вот смотрите, видите, я специально, чтобы при солнце было, в Тиньку, чтобы глянули, что вот делается с изображением. Плюс-минус стабилизации, естественно, здесь вот нету, но от такого никуда не денется. Телефон все-таки дешевый. Всем спасибо, мир. И снова всем привет, ребята, так снимает и пишет телефон от компании Realme 9i, чтобы вы увидели. Ну, честно говоря, вот не ночь, но темно. Я в 7 утра и с собакой иду на прогулку. Но честно, вот картинка до такой степени в темная, что ужас. Так, будем светить, чтобы глянули. Вдруг вот что-то изменится. По автофокусу, я думаю, у нас печалька. Но, если честно говоря, и с таким, знаете, освещением вы в толком ничего и вот не увидите. Цифровой зум, я не знаю, включается в целом, но в толку от него, я считаю, что вот нет. Думаю, что все увидели, извините, что долго, но хотелось, чтобы было 100% честно. И снова, ребят, всем привет, Realme 9i, пишем, естественно же, в полной темноте. Это вы прикиньте, что спасение, что здесь еще есть лампа и что светит. Днем то по фото в целом все вполне терпимо, но только ты становишься в темноту и в полное, что, ребят, шоколад. Ну, я думаю, все поняли, испытаем еще вспышечку. Вперед. Я снова всем привет, ребят, вы на канале Языки с Китаем. Мы испытываем телефон от компании Realme 9i, чтобы все взглянули гномик. Скажи привет. Снова всем привет, ребят, вы на канале Языки с Китаем. Мы испытываем телефон от компании Realme 9i, чтобы вы увидели в качестве из Full HD в 30 кадров в секунду.